Детокс-коктейли. Очищаем организм. Зачем организму нужен детокс? Как правильно приготовить детокс-коктейли? Какое должно быть меню для очищения организма? Как детокс повлияет на состояние здоровья человека? На эти и другие вопросы мы постараемся вам дать максимально развернутые ответы в нашем видеоролике. Но прежде мы бы хотели вас поприветствовать и поблагодарить за просмотр ролика. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных видео, которые выходят на нашем канале регулярно. Практически у каждого человека хотя бы раз в жизни возникали мысли о похудении. И это вовсе не удивительно, ведь каждый из нас мечтает быть совершенным во всем. И ни для кого не является секретом тот факт, что наши лишние килограммы и отечность кроются не только в неправильном питании и большом количестве потребляемых калорий, а и в шлаках, токсинах и лишней жидкости. Все это необходимо выводить из организма. Именно поэтому специалисты рекомендуют пить как можно больше чистой негазированной воды. Отсюда и появилось название детокс-коктейль. Этот напиток состоит из полезных компонентов. Он помогает избавиться от токсинов, шлаков и от других вредных веществ. Такие коктейли могут быть разными по своему составу и способу действия. Некоторые из них способствуют подавлению аппетита, некоторые ускоряют метаболизм, а некоторые очищают организм. Разумеется, ни один детокс-коктейль не способен сжигать жировые отложения, но ускорить и привести в порядок обмен веществ, а также подавить аппетит они смогут без проблем. Несмотря на то, что коктейли подобного плана готовят из разных ингредиентов, за основу чаще всего берется кефир. Польза детокса для организма. Детокс-коктейли оказывают неоспоримую пользу организму, а именно, способствуют снижению веса, улучшают состояние кожи, очищают кровоток, улучшают память, налаживают мозговую деятельность, очищают почки, придают организму бодрости. Таким образом, детокс-коктейли непременно помогут вам почувствовать себя намного лучше, очистить свой организм и избавиться от лишних килограммов. Правильное составление детокс-меню. Для того, чтобы ваш организм по-настоящему очистился, вам необходимо грамотно составить детокс-меню и придерживаться определенных правил, а именно. Ежедневное потребление фруктов и овощей необходимо увеличить. Желательно в день съедать от 2 до 8 порций свежих овощей и фруктов. Их можно есть на завтрак, ужин или на перекусы. Включите в свою детокс-программу морковь, грейпфрут, свеклу, виноград, чернику, шпинат, апельсины, зеленую фасоль, салат, репу, брокколи, капусту, клубнику, болгарский перец. К слову, овощи и фрукты не обязательно должны быть свежими. В зимний период можно использовать и замороженные продукты. Они в полном объеме сохраняют свои полезные свойства. Употребляйте как можно больше клетчатки. В качестве гарнира не стоит использовать картофель, белый рис, макаронные изделия, безглютеновые крупы, бурый рис, булгур, гречку. Включите в свой ежедневный рацион продукты, богатые пробиотиками. Пробиотики представляют собой полезные живые микроорганизмы. Они способствуют улучшению пищеварения, приводят в порядок иммунную систему, улучшают работу желудочно-кишечного тракта и уменьшают воспаление. Пробиотики входят в состав йогуртов, кефиров, кваса, камбуча, квашеной капусты и так далее. Включите в ежедневный рацион лен. Льняные семена представляют собой отличное сочетание нерастворимого и растворимого волокна. Они помогут системе пищеварения в процессе очистки. Семена можно измельчить в блендере и добавлять в кашу, салаты, мюсли или коктейли. Употребляйте побольше воды. Это вовсе не новое правило, но очень важное. Ведь без достаточного количества жидкости очищение организма просто невозможно. Детокс-коктейли помогут вам глубоко, но мягко очистить организм, сделать кожу более упругой и эластичной, а телу прибавить легкости. Пошаговые рецепты приготовления детокс-коктейлей. Существует большое количество разнообразных детокс-коктейлей. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими рецептами. Яблочный коктейль с корицей. Этот коктейль не просто полезный, но и невероятно вкусный. Он отлично подходит для похудения, поскольку корица способствует ускорению метаболизма. Для приготовления такого коктейля необходимо взять литровый графин с водой и добавить туда мелко порезанные кубики яблок и порошок или палочку корицы. Настаивайте коктейль час.
вы можете добавлять новую воду до 3 раз к тем же яблокам и корице. Огуречный коктейль. Для его приготовления вам понадобится несколько мятных листьев, огурец, средний грейпфрут и лимон. Все ингредиенты необходимо измельчить, залить водой и дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов. Пить такой коктейль следует по одному стакану несколько раз в день. Вместе с лишними килограммами вы избавитесь и от токсинов, и шлаков. Имбирный коктейль. Ни для кого не секрет, что имбирь – это волшебное средство, которое является достаточно эффективным в устранении болевых ощущений. Для приготовления такого коктейля необходимо тертый корень имбиря, лимонный сок и нарезанный дольками лимон залить литром воды. Желательно пить этот напиток утром на голодный желудок. Так он выведет все токсины и шлаки, которые скопились в вашем организме за сутки. Лимонный коктейль. С его помощью вы не просто сможете очистить ваш организм от шлаков и токсинов, но и укрепить иммунитет. Ведь лимон является прекрасным противовоспалительным средством, которое оказывает положительное воздействие на организм и укрепляет иммунитет. Также он способствует поддержанию баланса жидкости в организме. Для приготовления такого коктейля необходимо смешать лимон, листья мяты, ананас и литр воды и оставить все это на ночь настаиваться. Уксусный коктейль – это достаточно сильный детокс-коктейль, который без проблем выведет из вашего организма все вредные компоненты. Для его приготовления смешайте литр воды с 2 столовыми ложками яблочного уксуса, 1 яблоком и ложкой свежего лимонного сока. Дайте напитку настояться пару часов. Пить его также желательно натощак, он поможет очистить организм от всех вредных веществ. Все эти рецепты достаточно простые в приготовлении, поэтому без проблем сможете приготовить любой из вышеперечисленных коктейлей в домашних условиях. 10 простых рецептов для очищения организма. Очистить организм помогут не только коктейли, но и определенные блюда. Но готовить их нужно из правильных продуктов, а именно. Самый полезный завтрак. Одним из наиболее полезных завтраков является смузи. Этот напиток обладает детокс-эффектом. Для того, чтобы его приготовить, необходимо смешивать в блендере несколько ингредиентов в течение минуты. В состав смузи для детокса обязательно должны входить продукты-антиоксиданты. Это лимон, шпинат и лайм. Они отлично выводят из организма шлаки и токсины. Травяные чаи. Такие напитки тоже обладают детокс-эффектом. Сюда можно отнести ромашку, мяту, липу и лаванду. Зеленые соки. Можно приготовить отличные детокс-коктейли из фенхеля, капусты, зеленого яблока и других зеленых продуктов. Они отлично справятся с очищением организма. Все ингредиенты также необходимо мелко нарезать и смешивать в блендере в течение минуты. Смузи с оранжевыми фруктами и овощами. Положительное воздействие на организм оказывают такие продукты, как морковь, грейпфрут, манго и апельсин. Все это необходимо смешать в блендере с добавлением мяты и чайной ложкой оливкового масла. Ваш очищающий коктейль готов. Витаминный обед. Благоприятно воздействуют на организм не только напитки, но и еда. Например, отварные или запеченные овощи, приправленные имбирем или острым перцем, станут отличным детокс-обедом. Лосось с фасолью. Эти продукты также обладают детокс-эффектом. В рыбе содержатся жиры омега-3, которые очищают кровеносные сосуды. Замаринуйте рыбу в соевом соусе, имбире, меде и оливковом масле, а затем запеките в духовке вместе с фасолью. Получится вкусное и полезное для организма блюдо. Легкий ужин. Для очищения организма ужин должен быть максимально легким. Не стоит перегружать желудок перед сном тяжелыми продуктами. В вечерних блюдах обязательно должна присутствовать клетчатка. Она поможет насытить организм, а также вывести из него все шлаки и токсины. Теплая вода с лимоном. Этот напиток достаточно сложно назвать коктейлем, но тем не менее он очень полезен. Лимонная вода способствует очищению организма и восстановлению водного баланса. Ананас, авокадо и шпинат – отличное сочетание, а главное – полезное. Авокадо защищает печень и снижает уровень холестерина в крови. Ананас способствует расщеплению жиров, а шпинат выводит лишнюю воду из организма. Неделя растительной пищи. Если вы хотите очистить свой организм, употребляйте в пищу растительную еду на протяжении недели. Откажитесь от жирных, соленых, сладких продуктов. Скажите «да» крупам, овощам и фруктам. Стоит отметить, что детокс-программа является строго индивидуальной. В
том случае, если у вас имеются проблемы с пищеварительной системой, следует обязательно проконсультироваться со специалистом, прежде чем приступать к очищению организма подобным способом. Наши советы непременно помогут вам избавиться от нескольких лишних килограммов и улучшить состояние организма. Благодарим вас за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик. Так вы точно будете в курсе последних новостей и не пропустите выход новых роликов.